Больше Тайбинское городище в Яльчихском районе Чувашии – крупнейший памятник истории и археологии республики. Раскопки здесь ведутся не первый год. В этом сезоне работы ограничены из-за коронавируса. Но кое-что удалось сделать. Пригодилось новое оборудование, которое позволяет буквально заглянуть под землю. С 2018 года археологи Чувашского государственного института гуманитарных наук совместно с Институтом археологии имени Халикова проводят исследования на самом крупном археологическом памятнике Чувашской республики – Большетаебинском городище. Площадь составляет около 26 гектаров. Это остатки поселения времен Волжской Булгарии. При помощи специальных приборов, георадара и магнитометра была обследована часть площадки городища. Это позволит понять без раскопок, что находится под землей, и выявить следы древних жилых построек. Такие исследования редко проводятся в нашем регионе. Они уникальны и дорогостоящие. В России геофизика применяется нечасто. Больше в геологии, чем в археологии. Работа проводилась вместе с специалистом лаборатории археологическая геофизика Владимиром Бездудным. В целом результаты наших исследований дают возможность говорить о том, что это городище до монгольского времени. Если раньше считалось, что городище возникло в домонгольское время и существовало в эпоху Золотой Орды, то сегодня нами пока не найдены комплексы золотоордынского времени. То есть все находки, которые мы нашли, говорят о домонгольском характере этого города. Возможно, в будущем мы и найдем что-то, да, подтверждающее теории наших предшественников, но пока мы считаем, что это город, существовавший вот в этот период. То есть это конец X-XIII века. Разными цветами на карте нанесены показания магнитного поля. Белый цвет нейтрально, синее – отрицательное воздействие, красный – положительное. То есть это связано с огнем. Расшифровка и анализ данных еще впереди, но часть гипотез уже подтвердилась. В ряде случаев это выглядит как некие огороженные участки, да? Вот здесь, например. Там, может быть, вот тут. Вот. Теоретически возможно, что это связано с древней усадебной застройкой, уличной планировкой данного городища. Мы однозначно можем говорить, и Владимир Григорьевич утверждает, что вот эти объекты здесь выявлены наверняка. И дело уже наших археологов в последующие годы, в том числе в следующем году, либо разбивать здесь раскопы, вот так скажем, и проверять эти объекты. Мария Федорова, Андрей Спиридонов, Республика.